Добрый день всем из Одессы. 28 марта 2024 года. В 12.09 у нас в Одессе объявили воздушную тревогу. Причина — это взлет истребителей МиГ, которые являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Помимо истребителей МиГ, в акватории Черного моря также летают сушки уже на протяжении нескольких часов и тоже могут в любой момент пустить ракету. Кстати говоря, сегодня утром я об этом, правда, не сообщал, немножечко пропустил эти моменты. Утром в районе 8 часов утра по городу пытались нанести удар. Тоже сушка пустила ракету Х-59, но ее успешно сбили, по официальной информации. Значит, что у нас по обстановке? Ночью была тревога из-за шахедов. Длилась она недолго, буквально сразу дали отбой. Шахедов было не сильно много. Якобы пытались атаковать энергетическую инфраструктуру, но их успешно отработали наши военные. С утра была тревога. До начала тревоги прозвучал взрыв. Вот. Потом началась тревога. И якобы сбили ракету Х-59. Ну, по официальной информации. Но взрыв был достаточно такой сильный. Не знаю, не могу утверждать, прилет или сбитие. Вот, официально сообщают о том, что было сбитие. И вот сейчас снова воздушная тревога, обстановка напряженная. Погодка у нас, сами видите, какая. Не такая, как вчера. Скажем так, вчера было солнечно, тепло. Сегодня сильный ветер, море штормит, прям сильнейшие волны. Ну и что хотел сказать. Прохладненько у нас, немножко пасмурно. Всем мирного неба, хорошего дня, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео, всем пока.